Слово «Вашингтон» представляет. Первым делом найти посылку. Она недалеко отсюда. Там лазерный резак. Без него микросхему не достать. Постарайся только не попадаться на глаза охране. Твоя задача — добраться до лаборатории и найти там прототип микросхемы. Поищи там документы. А если что-нибудь случится с микросхемой, головой мне ответишь. Понял? Yes, sir. Я все понял. Я не для того тут столько корячился, чтобы все испортить. А, бля! Добрый день, дамы и господа! Я вас, скорее всего, приветствую на канале Слав Вашингтон, и мы продолжаем проходить Cover Strike EG2. Вы сами все слышали, нам нужно максимально сейчас быть сосредоточенными, потому что нам нужно найти прототип микросхемы, за которым мы отвечаем головой. Поэтому сейчас мы идем навстречу этим опасностям, ведь опасность — это нашего призвания. Мы идем по этому снежному хребту, поднимаемся наверх, на вершины снежные, чтобы найти ту микросхему. Впереди нас должны поджидать опасности в виде противников, которые будут нам противостоять. Надеюсь, мы идем в правильном направлении, никуда мимо не свернули. Сейчас мы посмотрим, что же, как и все, как вообще все здесь сложится в этой зимней. Так, стоп. Вижу двоих. Ого. Я еще вижу. Там целый отряд. Смотрите, ребята, посмотрите, я вам сейчас приближу. Смотрите. Сейчас сюда выбежит целый отряд, и нам, видимо, надо будет с ним справиться. Казалось бы, два человека будет, но нет. Походу, будет целая толпа. Как с ней справиться, я ума не приложу. В принципе, их сейчас и так видно, вы можете наблюдать это. 3, 4, 5, 6, 7. В общей сложности примерно 7 человек сейчас находится на этой территории. Как их устранить? Или подожди. А, стой. У них утренний обход территории, я так понял, блядь. Товарищи, блядь, категорически вас, сука, приветствую. Так, они все прибежали и ушли. Видимо, пришли проверить, все ли нормально у этих ребят двоих постовых. Так что, в принципе, сейчас они убегут, и можно будет что-то попробовать сделать. И, кстати, они нам дают подсказку, что нам нужно идти именно туда. А как раз я вот вижу отсюда. Смотрим, приближаем. Видите, там дом. Ага, все. Все, спасибо за вашу подсказочку. Благодарю вас. Ой, что-то страшно. Ой, включай сирену. Не надо сирену включать. Мы без нее разберемся. Так, что у них здесь? Подобрали мы какую-то оружку у них. Какую-то оружку. А у нас что по оружию вообще есть-то? У нас вот наша... Как обычно, наша УЗИшка. УЗИшка наша. Перезарядим ее. Хорошо. Есть пистолет наш с глушителем. И мы отправляемся наверх. Так. Здесь надо сейчас посмотреть все внимательно, аккуратненько. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Тихо. Не, приятель, нас спалили. Кажется, нас спалили, ребята. Я надеюсь, что они сейчас подумают, что им показалось. Потому что если на... Ой-ой-ой-ой-ой. Плохи наши дела, кажется. Кажется, плохи наши дела. Они начали закидывать нас гранатами. Значит, мы сильно спалились. Поспешили мы, ребята. А мы сейчас попробуем обойти сбоку. Попробуем обойти сбоку по снежному хребту. Пока они там кидаются своими гранатами в ту точку, где мы присутствовали. Они думают, что мы там, но на самом деле мы сейчас попробуем обижать вот здесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда он делся? Вижу его, ты меня не видишь. Мудила! Меня ранили, меня... А, смотреть территорию. Ой-ой-ой-ой-ой!
Плохи дела наши. Ой-ой-ой, как все сложилось-то неудачно. Да, интересная картина, блядь, намечается. Не получается у нас сработаться с нашим человечком. Но мы справимся. Я верю, что мы справимся. Мы же справлялись с другими заданиями, значит, справимся и с этим. Сейчас мы просто сохранимся уже не с этой позиции, а с другой. Когда мы пройдем вот эту снежную гору, охрана уйдет. Здесь мы устраним вот этих двоих охранников. Туда поднимемся, где вот этот дом. Там устраним еще соперников. И уже там сохранимся, чтобы начинать уже оттуда. Чтобы не задерживать и не повторяться. Правильно? Нужно только сейчас переждать вот этот штурм отряда. Сейчас они проверят территорию, все ли здесь нормально. И тогда мы отправимся уже туда. Einsweindreifiere. Сука, бригадиры. Einsweindreifiere. Einsweindreifiere. Полицай. Посмотрели, что почем. Все, отлично, они проверили. Теперь наш черед. Теперь наш черед, и мы будем устранять наших соперников. Тревогу поднимать не надо, ребята. Однозначно. Так, задание одно. Ой, задание один выполнено. Аккуратненько наблюдаем со стороны за отрядом муравьев. Как они поднимаются в гору. Давай, давай, давай. Не стоим, поднимаемся. Давай, давай, давай. Все в ожидании, все в ожидании. И волчата, и зайчата, блядь. Все ждут, сука, когда вы уже подниметесь на эту гору. Стрелять в них нет смысла, потому что они побегут все на нас, и нам будет тяжело с ними справиться. Даже если мы с ними справимся, то потери будут велики в плане того, что мы слишком много потеряем жизни. А нам еще делать далекий путь. Так. Вот здесь аккуратненько по хребту мы пройдем. Будем осматриваться, чтобы наши соперники нас не спалили. Аккуратненько. Главное не упасть в пропасть, в тартарары, блядь. Так, внимательно. Тихо. Тихо. Так, отряд пробежал. Отряд пробежал, кажется. Все, можно идти туда, к этому дому. К этому дому мы идем. Аккуратненько. Аккуратненько. А мы сейчас по карте посмотрим. Смотрите, цель номер один. Вот она. Цель номер два. А, то есть получается, даже по большому счету, нам этот дом-то и не нужен. Ну, помните, я же проверял там все двери и не двери туда-сюда. То есть вот все, где все, что отмечено цифрами, вот туда нам и надо. И задач у нас полным-полно, поэтому нужно сразу передвигаться на номер 2. Потом у нас есть номер 3, 4, тут 5, 6 или 6 нету. Ну 6 я не вижу, но суть в том, суть не меняется. В общем, заданий у нас полно. Заданий полно, поэтому нам этот дом не нужен. Зачем? Он только отвлекает нас, и мы можем здесь потерять лишние драгоценные наши энергии и жизни. Я вижу впереди отряд самоубийц, которые встали у меня на пути. Это он состоит из двух человек. И сейчас мы его быстренько должны устранить. И идти дальше. И идти дальше. Любимый мой родной. Не видишь. Ой, падла. Мудила, сука, шлюха. Взяла меня, чуть-чуть подцапала. Подцапала.
Пол жизни унесла, блядь, у меня. Пол жизни унесла. Эта собака сутулая у меня. Так, вижу еще. Вижу еще охранника. Так, они возвращаются, кажется, и не один. Вот вижу двоих уже. Никто не идет. Тихо. Надо спрятаться. Надо спрятаться, чтобы нас не спалили. Иначе плохи наши будут дела. По карте посмотрим. Так, по карте, по карте. Их тут целый отряд бежит, смотрите. Прямо рядом со мной, смотрите. Целый отряд муравьев. Так, главное, чтобы они пробежали мимо нас, не спалили нас. Тогда все будет хорошо. Так, они двигаются туда, в том направлении. Тихо. Иди дальше, иди дальше, ради бога, иди дальше, блядь. Чё он стал, блядь, иди дальше. Так, они пошли туда дальше. Этот все-таки хотел нас спалить, но у него не получилось. Потому что он слишком туповат для этого. Надо его устранять. Хорош, хорош, хорош. Отлично. Граната, в кого-то они там гранатами кидают, но это точно не мы, потому что мы с вами здесь. Мы с вами здесь, и нам нужно сохраниться. Вот здесь мы сейчас поставим. Вот здесь мы сейчас сохранимся с вами перед следующим заданием. Есть у нас такая штучка, журнал, или где она там, штаб G, штаб G, загрузить данные в штаб. Ой! Ой, мудила! Ой, мудила, блядь! Это как оно играет в ладоши, сука! Ой, я не могу, я не могу! Надо было спрятаться, надо было спрятаться! Так, ну что, мы сохранились с вами на этой позиции. Сейчас мы начнем с нее. Мы добрались практически до второго места, но нам... Вот, вот получается, зеленая отметочка, это мы... Нам нужно вот на номер 2. Нам нужно пробраться сюда. В то здание, где размещена цифра К2. Пробежимся мы вот здесь. Пробежимся вот здесь. Все нужно, наверное, делать по схеме, чтобы не путаться. Если указано номер 2, значит надо сделать номер 2. Я, конечно, не говорю 100%, что нужно делать именно так. Но я думаю, что по логике должно быть именно так. Я вижу камеру. Вижу. Вижу камеру. Ее надо как-то обойти. Еще вижу охранника. Одного, да? Больше не вижу. Видимо, номер 2 здание это вот это. Сейчас аккуратненько подберемся к охраннику. Идет очень хороший плотный снег, который очень мешает выполнению задания. Куда ты побежал? Не вижу его. Куда он побежал? Мудак пошел поднимать охрану. Охрану пошел поднимать. Молодец, умница моя. Пошел, поднял охрану. Хуй на, бери два, пробань буш. Так, двоих устранили. Он здесь. Тихо, 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 тихо. Ой-ой-ой. Что это было? Найти его. Вот сейчас аккуратно. Сейчас очень ответственный момент. Сейчас нас спалили, и все побегут сюда. Меня попали! Уничтожить!
Ара-ра-ра-ра, давай, падла. Хорош, четко сработано. Перезарядимся. Все своими гранатами, блядь. Пытается нас ослепить, чтобы мы ничего не видели, ничего не понимали. Сидеть, падла. Сидеть, собака сутула. Сидеть. О-хо-хо-хо-хо. Ой, падла, ослепил. Ослепил, собака. Ослепил. Получилось ослепить нас. Ничего не вижу. Все-таки удалось. Удалось ослепить. Собаки его сутула. О-хо. Там целый отряд, вы видите, куча народу. Так, вроде всех устранили. Надо пособирать оружку. Блять, опять. Не вижу ничего, не вижу. Покажись. Зульфия, блять. Сука, не вижу тебя. Умри, собака. Умри. Ну-ка, покажи. Поднять тревогу, граната. Все, добрый вечер, господин сеньор. Нас устранили. К сожалению, нас устранили. Добрый день. А я снова здесь, блять. Не ожидали? Да вот такие вот дела происходят. Никак мы не сможем справиться с заданием, блять. Номер, сука, 2. Постоянно пытаемся пробраться. Мы прорвались во второе здание, там все выполнили, конверт забрали. Но в третьем здании нас поджидала смерть. К сожалению, там нас... мы проникли в компьютер, хотели забрать данные, но там нас подхватила охрана. Подхватила нас чертова охрана. Хуй на, перед два барабань будешь. Вот так вот, блядь, бесит меня. Хуй на, перед два барабань будешь. Давай, роднуша, давай. Давай. Надо уже устранять все это дело, все ложная делать. Тревога. Ложная тревога. Это не надо. Давай, иди сюда, блядь. Включай сирену, сука. Хорош, красавец. Куда собрался, блядь, за хлебом? Нихуя не выйдет. Поднять тревогу, блядь. Парнишку убили. Давай, иди сюда. Он здесь, сука. Куда ты стреляешь, падла? Опять жизнь мне потратил, мразь. Поднять тревогу. Хорош. Осмотреть территорию. Тревога. Хорош, красава. Следующий. Отлично. Тревогу все-таки подняли. Давай. Граната. Уничтожить. Ну-ка. Все, тишина. Быстрее всей залази. Давай, иди сюда. Включай сирену. Сидеть, падла. Следующий. Так. Открывай, забираем папку. Так, забрали, хорошо. Теперь здание номер 3 нужно идти. Нужно идти в здание номер 3. Открывай. В прошлый раз мы добрались до туда, но нас устранили. И сейчас, надеюсь, все будет сложиться по-другому. Стой, кто идет. Хорошо. Ой, нифига себе там.
Там жестко, блядь, просто, сука, Афганистан. Это пиздец, ребята. Завали. Вообще не справляюсь. Ага, вот и снова здравствуйте, блядь. В очередной раз мы с вами встречаемся в этом совершенно непонятном задании, блядь, которое мы не можем пройти же на протяжении долгого времени. Задание номер 2 у нас вроде как-то проходит, но задание номер 3 прям вообще не хочет. Не хочет у нас выполняться номер 3 задание, пока мы на нем крепко засели, как в болоте, блядь. Идет охранник, надо его валить сейчас. Хорошо. Охранника завалили одного, но это самая малая проблема, которая только может быть. Потому что все впереди, все впереди. Я даже, мне кажется, что начать лучше, блядь, задание номер 3. Может, там как-то получше сложится, и потом перейти на задание номер 2, блядь. Ой, на, бери 2, барабань больше. Тревога. Внимательно сейчас, внимательно. Ай, сука, падла. Блять, пол жизни, сука, увел. Пол жизни, блять, увел. Умри, блять, сука, уебок. Падла, блять, завалили нахуй. Заебали, блять. Ну что, друзья, вы уже в очередной раз понимаете, где мы находимся. Вы уже привыкли, потому что мы постоянно пока проебываем конкретно. Ничего у нас не получается. Слив за сливом. Что-то совсем не идет. Совсем не идет, ребята. Никак не можем собраться с мыслями. Никак не можем собраться. Постоянно разбираемся только. Ой. Сейчас в очередной раз пробуем мы пройти это задание. Охранник возвращается, нужно его валить, к сожалению. Потому что он будет нам мешать. Это только птица, блядь. Охуенно, это только птица. Что за логика, я хуй его знает. Давай, блядь. Должны справиться, сколько можно. Это невозможно, блядь, это просто... Просто невозможно. Ой, на, бери 2 барабать будешь. Придется засесть конкретно. Конкретно засесть, потому что я другого выбора я не вижу. Нас постоянно валит. Постоянно, блядь. Одно и то же, одно и то же. Граната! Давай, блядь, быстрее, сука. Падла. Сколько можно ждать? Так, они все, походу, побежали на улицу, да? Они побежали на улицу, а мы пока... Тем временем мы сейчас пока отправимся вот сюда. Достанем папку из сейфа. Пока они там копошатся. Ой, конверт, точнее, конверт. Теперь подберемся наверх. Граната. Вот тут их повстречаем немножко. Хорошо. Давай. Иди-ка сюда. Родная моя столица, Кувейт. Хорош, отлично. Тревога. Все закидывают нас там гранатами. Включай сирену. Граната. Тревога. Ну-ка, давай. Ой. Плохо. Ой, что-то страшно. Ты не бойся.
Меня попали. Меня тоже могли попасть, но ничего страшного. Ой, что-то страшно. Иди сюда. Давай, 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 роднуша, роднуша. Иди сюда. Куда он делся? Я здесь. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Уничтожить, уничтожить. Уничтожить этого противника злосчастного. Хорош. Найти. Так, ну что, немножко тишина настала. Завалили всех, кого только можно. А, нет. Слышу, 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 слышу. Поднимем калашик. Пособираем патроны. О, умри, падла, сука. Ебучая. Собака, сутулая. Хрю-хрю-хрю. Попался. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Туда лучше не лезть, ребята, сейчас. Туда лучше не лезть. Могут быть конкретные проблемы. Ой-ой-ой-ой-ой, опасно, опасно. Ой, ребята, туда не лезь, слушай. Вы сами видите, все прекрасно, граната взрывается, патроны летят, пули, блядь, над головой свистят. Нас завалит два счета, блядь, там. Там, походу, нормальный отряд где-то тусуется. Так, кто-то заходит в здание. Батя в здании. Батя в здании. Батя в здании. Батя же в здании. Хорош. Красиво. Красиво. Ой. Не успел, да, кинуть? Не успел. Давай, 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 давай. Куда он делся? Я здесь. Куда он делся? Куда он делся? Ой, на, бери два барабань будешь. Сидеть, собака! Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Граната, граната, граната кидают, конкретно. Конкретно кидают гранаты. Смотрите, нам надо сохраниться. Нам... Ой, там отряд целый, там отряд целый. Там целый отряд. Хорошо бы нам... Тревога! Хорошо, идем пока, ребята, хорошо. Главное глупости какой-нибудь не сотворить. Главное не сотворить глупость и остаться в живых. И тогда все будет нормально. Хорошо пока, хорошо. Давайте-ка сохранимся. Давайте-ка сделаем. Отправим данные. Передать данные в штаб G. Вот, хорошо. Хорошо. Все. Ой, что-то страшно. Да ты не бойся, все хорошо. Мы передали данные, и уже мы на новой позиции, на вот этой. Найти его. Ах ты собака, ах ты собака. Бля, все жизни увел. Все жизни увел, сучара, блядь. Ты посмотри, какая падла, сука, ебучая. Плохие дела наши, плохие. Так, здание номер 3. Здание номер 3. Здание номер 4 нам надо, наверное. Здание номер 3 мы все сделали или нет? Зашли мы сюда? Нет, не зашли. Все, здесь посмотрели. Но жизни у нас очень мало. Нас, скорее всего, могут завалить в самый неожиданный момент. Это будет очень грустно. Хуй на, бери два барабань будешь. Здание номер 4, это вот это. Б, блядь, сука, хватит такать. Так, тихо, аккуратно. Это, я так понял, здесь нужно взломать. Взломать. Ага. Хорошо. Хорошо. Еще взломать, да? Что это было? Что-то не открывается. Занять позицию. Что это было? Что-то не получается. Не получается, подожди. Ой, на, бери два барабана. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй. Ученые, блядь, с пистолетом. Нихуя себе история. Так, а попасть-то сюда как? Что-то я не понял. Ну, это понятно. А дальше что? Я понял, понял. Понял, не дурак, дурак бы не понял. Надо было закрыть ту дверь, чтобы открылось это, понятно?
Ну, безопасность такая. Вот в чем фишка-то, блядь. Вот в чем фишка-то, сука. Ой, как. Ну, монтер. Ой, француз. Да смотри, что вытворяет. Сейчас всю дверь снимет хуям. Нормально будет. Нормально дело, нормально будет. Ой, красавчик. Так, что это? Так, задание номер 4 выполнено. Задание номер 4 выполнено. Хорошо. Теперь у нас осталось еще одно задание, правильно? А выйти-то, блядь, как отсюда? А, блядь, точно. Надо же дверь закрыть. Все время забываю, забываю. Так, нам нужно запустить вот этот... Где-то там был вот этот шланг. Где он там? Давай. Запускай, сука, его. Давай. Блядь, неужели мы это сделали? Я в шоке, честно, блядь. Сколько мы копались. Это просто невероятно. Запустили этот воздушный шарик, блядь. Ой, подхватили нас, как, сука, маленького жучка. Ой, неужели мы это сделали? Отлично, даже лучше, чем я рассчитывал. Эта микросхема как раз то, что нам нужно. Невероятно. Это невероятно. Даже не прототип, работающий образец мини-микросхемы. Причем да. Не копия, а улучшенная модель. Одному богу известно, сколько таких штук они уже сделали. К счастью, те документы, что ты нашел, дали нам кое-какие зацепки. Готовые микросхемы сейчас везут на военную базу, недалеко от украинской границы. Они не должны попасть на базу, Джон. Перехвати их по дороге. Через 15 минут автоколонна будет у моста. Время, как видишь, немного. Квест доставит тебя прямо на место. Колонну надо остановить у моста, недалеко от базы. Но сначала достань на базе взрывчатку и взрывай. Когда достанешь, взрывай мост. А ты не забудь, ты должен остаться на той же стороне, что и колонна. Когда мост взорвется, здесь станет жарче, чем в аду. Так, ну что, нас поджидает очередное интересное задание. Я уже, так понимаю, непростое, потому что оно на время... Мы его пройдем, но в следующей серии. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. А, кстати, вы были на канале Слава Вашингтон, если вы забыли. До новых встреч. Пока.